Виталь, с победой тебя. Мы долго тебя ждали на поле. По матчу что скажешь? Ну, тяжелый матч. Должны были забивать второй, но, к сожалению, этого не случилось. Вот в конце был очень хороший момент, но немножко мяч улетел далеко. Слишком сильный пас был. Ну, в принципе, что, 3 очка есть. Это самое главное. Как оценишь вообще свою игру сегодня? О, я свою игру не оцениваю. На это есть главный тренер и там, другие тренера тоже. Но я не делаю этого. Казалось, что могли сегодня дожать, выиграть с большим счетом, но обошлись, что называется, малой кровью. Тебе так не кажется? Ну, да, так и есть. Вот, и, в принципе, да, должны были удваивать преимущество. Игра давалась. Особенно во втором тайме было много контратак, вот, выходов, но где-то последнего паса не хватало. Болельщики были очень рады видеть тебя в стартовом составе. Расскажи о своих ощущениях, как чувствуешь себя, отлично. Как вошел в игру? Отлично себя чувствую, очень рад, что победили, внес свою лепту в победу. Вот, очень рад, очень доволен.